Знаки зодиака, которые боятся обязательств. Обязательство – одна из наиболее пугающих вещей. И боязнь обязательств может быть диагностирована даже по знаку зодиака. Будем откровенны, не все люди готовы к серьезным отношениям, и многие из них испытывают панику перед ними. Это может быть связано с негативным опытом в прошлом или с постоянным желанием свободы. Давайте рассмотрим 5 знаков зодиака, с кем стоит быть осторожными. Стрелец. Стрельцы рождены для свободы, буквально и в переносном смысле. Они не стремятся делать то, что делает большинство, и предпочли бы жить без обязательств и обязанностей, которые они видят как своего рода тюрьму. Именно поэтому они могут быть сложным партнером в крепких и стабильных отношениях. Стрельцы очень любопытны, что может делать их эмоциональные привязанности непостоянными. Им трудно оставаться с одним человеком и сохранять вечную любовь, это может стать скучным и утомительным для них. Водолей. Как и стрельцы, водолеи ценят свободу. Даже если романтика вначале не будет их беспокоить, со временем они могут почувствовать потребность сбежать. Люди этого знака стремятся к независимости, они не хотят, чтобы их что-либо ограничивало. Они могут собирать огромное количество информации, прежде чем принять решение о том, чтобы остаться с одним человеком. Водолеи – загадочные люди, и вы, возможно, так и не сможете полностью их понять. Отношения с ними часто сопровождаются множеством вопросов и неуверенности из-за их таинственного и скрытного характера. Скорпион. Не в том, что скорпионам трудно создавать привязанность к кому-либо, а во множестве их внутренних проблем. Они не хотят подписываться на соглашение, которое предполагает взятие на себя ответственности. Они испытывают трудности в открытии своих чувств перед другими людьми, и им не нравится чувство уязвимости, поэтому они предпочитают оставаться в стороне и не ввязываться в сложные отношения. Овен. Если предыдущие 3 знака зодиака просто боятся обязательств в отношениях из-за обстоятельств или своих убеждений, то Овен боится обязательств по умолчанию. Это означает, что его неспособность планировать будущее и быть преданным своим близким больше связана с его нетерпением, импульсивностью и необходимостью все контролировать. Бывает трудно строить долгосрочные отношения с Овном, когда его ожидания и требования слишком строги и многочисленны. Весы. Весы – настоящие романтики. Они знают, как добраться до вашего сердца, и обладают очарованием. Однако иногда весы могут быть двусмысленными, они могут флиртовать одну минуту, а затем сразу же закрываться. Они не любят конфликтов, и поэтому избегают серьезных разговоров и споров. Все весы стремятся произвести позитивное первое впечатление, но затем могут тихо отстраняться, если перед ними назревают серьезные обязательства. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.